Карта, ребята, сейчас надо тут бухгалтерию что-то зайти подписать. У нас список вывесили. Что там интересно. Такие у нас бухгалтера, такие приятные женщины вообще работают. Там расписаться за подарки надо было подарить, вот эти вот пауэрбанк, ручка, там все это. Но мы будем целоваться с вами. Мне нравится с вами. Мне нравится вас делать массаж. Смотрите, какая у меня. И длинная, и мягкая специально. То, что надо, вот Леся пришла. Леся, поем. У меня полчаса. Что ты скажешь? Я сходу могу. Ты должна распиваться? С разбегу. Не, с разбега. С разбега можно и туда, и больно. Сделать кому-то. Там я смотрел список концерта, там меня нет в списке концерта. Потому что они не знают, будешь ты или нет. Сергей уже. Я, кстати, расписался в бухгалтерии. Ты расписывалась? За подарки надо подняться. Я давно расписалась. Я тут каждый день. Бачу, я отдыхаю. Я не уроков, ничего. Нам надо дуэт, вот именно. Лесь, откуда ты считаешь там? Откуда он сначала? Нет, он не с самого начала. Ты возвратился, мой супруг, да? Мой, да. Да, но купил я все, что ты велела. Вот это. На концерте, а то у нас Сергей їде геть, його не буде. Геть це куди? Та кудись їде. У нас мужиків нема, що ніхто ж... Стаю, я думаю, що не треба грати. Как бы чуть-чуть вот. Там концерты для влюбленных, там указаны конкретные авторы. Доницетти. Ну это же Доницетти, правильно? Да. Я сейчас спеваю арию. Ну ты возвратил, да. А, вот все. По-моему, да, то есть логично связать, да. Для выхода это хорошо. Да, все понятно. Я давайте. Дуэт Рита Беппана. Это у меня кот. Это кот и все, что связано с котом. Да, нет, я по штаникам тебя погладила. Мне штаники понравились. Я что, мы купила? Нет, это три. А что такие, как бы, такие все бережья, тут били? Убили. Била шерсть. А, ну так у меня теперь еще один кот. Серый еще? Да. Колин? Да нет, я же взял еще одну. Где? Возьми маму. Там умерла Тверская Людмила, вот, что была директором. Ой, я знаю. Да, вот у нее кот остался. У нас там рядом со мной жила. Ну, я забрал. Да. Я ж знаю, там варку туда. Что, він ще сить по хаті, не знаєш? Він не сить, ти що? Він культурний кот, нікуди не сить, нічого не та. Там у нього лапки, хата шишка, треба от, що взяли, цитологію взяли. Боже, ты ему причесываешься, чухаешься, там и камера стоит? Ну, типа, конечно, без слушай, но ты мне сегодня сделаешь контент. Подожди, да. Это твоя камера. Подлюка. Везде вы контент. Что ты лайкаешь там, где пограни комментарии про меня написал? И сейчас будет контент, сразу побежать дивиться, где комментарии. Да ты что, я удаляю комментарии. Бо думаю, когда на меня пишут тебя на канале, то незаметно, потому что там тысячи комментариев. А когда у меня там сотни, напишут погано, думаю, обязательно заметно. Я ничего не посылаю, там кто-то писал, что это решение. Сейчас я вообще... Включай себе, снимай, хочешь. Да, два слова. Ну и что? Что с тебя подойдет? Всем зрителям Самдана привет. Подписывайтесь на канал Леся Задал. Подписывайтесь следом. Давайте. Манюшечки вы мои. Признаться или нет, если я не признаюсь, что мне грозит 4 оплюхи. А если я признаюсь, цена в 2 раза меньше, 2 оплюхи. Смолчать или признаться. Зачем?
чем. Ты мною был отпущен на час. Я опоздал, верный скандал. Нет, мой дружок, пришел ты в срок. Ах, довольна я тобою. Твоих похвал не стою. Я выйду скромный муж. Да, и пуганный к тому ж. Как ладим мы неплохо. Дрожу и жду подвоха. Мы чудная семья. Подходит час битья. Скорей мои объятья. Могу и подождать я. Две минуты не теряй. А вот что будет, обнимай. Знай, мой ангел, твои твои жены объятья. Это рай. Знай, мой ангел, твои твои жены объятья. Это рай. Жены объятья. Это рай. Жены объятья. Это рай. Жены объятья. Это рай. Еще разок они обнятся. Подожди, нам пора приготовить обед. Слушай, а мы там не наврали в дуэте? Нет. 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 А я уже еще раз говорю. Нам пора. Пора нам приготовить обед постояльцам. Купил я дела, да баранин? Купил. А баранин, а цена сколько отдал? Цена сантим за каждый. Слышишь, когда музыка начинается, а цена сколько отдал, да, начинается музыка, да? А цена сколько отдал? Цена сантим за каждый. Всего сантим. На меня наступает. Поражена. Один сантим. Проверьте. Мой муж меня потряс. Цену в пять уменьшил раз. Какой он расторопный. От гордости хоть лопни. Хочу тебя обнять. Ведь я не избежать. Скорей мои объятия. Могу и подождать я. Нет, минуты не теряй. А вот что будет, обнимай. Знай, мой ангел, умри, но знай, жены объятия. Это рай. Знай, мой ангел. Мне достался до спор. Счастливая боль.
три года не помню и дня. Тогда не ждала бы могила меня, тогда бы меня пожалела жена, тогда бы щека у меня зажила. Зачем я до свадьбы не умер во сне? Зачем не повесился я на сосне? Зачем не утоп я в пучине востой? Лежал бы на дне, но зато холостой. На дне! Лежал бы на дне, но зато холостой. Жалкий растяг пастурин дымом. Зачем, а зачем я и дал-то живьем? Все чашки вздор! Не можно разворливить фарфор! Наступай! Смотри, мужа раскаяния мучит, и не прав он был, стань, и судьбою научен. То, что он заслужил, то и получит. Да я за три года не дам. Зачем я до свадьбы? Зачем я до свадьбы не умер во сне? Зачем не повесился я на сосне? Зачем не утоп я в пучине морской? Лежал бы на дне, но закрыл холостой. Мадонну мою я три года подряд. Чтобы ты неделю принята там. Но не было дня. Когда не ждала бы могила меня. Вот он тебе пара. Змея и кира. Зачем и кобра. На дне бы корсар. Он понял, мошенник, что брах это гроб, но всех обошел, негодяй и утоп. Потом умою я три года подряд, но хоть на неделю прилета там. Но не было дня, когда не ждала бы могила меня. Но не было дня. Мы бы поговорили с тобой поподробнее. Не надо это уже? Не надо. Не, можно. Кстати, и если бы не время обеда, мы поговорили с тобой поподробнее. Еще подробнее. Слушай, ну там... И все, это конечно. Слушай, мизансцену, мы ничего не помним, надо посмотреть. Не надо мизансцены, мы не должны делать это в костюмах, как отрывок из спектакля, ни в коем случае. Это должна быть игра вот такая легкая. Но это должна быть игра. Как красиво разворачивать события, если ты будешь, я уже думаю, что одеть. Одевай платье, я одеваю фраг просто. И все. Скажи, одевай платье. Не, ну а что, ты одевай любое платье, не надо из спектакля, ни в коем случае этого не должно быть. Это должна быть вот как концертный номер, это не должна быть отрывок из спектакля. Там первая постановка. Но мы не должны стоять. У меня у первой постановки есть платье бархатное для Риты, специальное, красивое, оно же... Помните такое? Мне тоже не нравится. Одевай красивое платье, какое у тебя есть, любое. Какое? Любое театральное, свое, любое. Одевай, я одеваю фраг, да, просто? Может, даже пиджак. Может, у меня не нет пиджака. Тебя нет пиджака? С котами. С какими котами? Да. А вот эти дарили тебе Диоры, Арберы, где ты пиджаки? Они есть, но оно не... Мне надо, чтобы я комфортно себя чувствовал, чтобы я не первый раз одел вещи, потому что... Давайте еще разок. Давайте. Вот давай попробуем проиграть, Леся. Это должно быть не просто стоять. Ты где надо, где я отдаю апарт, ты отворачиваешься. Тут две камеры стоят, не знаю. Так, при чем тут камеры? Давай на твою линию. Савычек, смотри. Ты что-то бормотал, я не поняла. Я где стою за вами? Она работает на эту камеру. Меня отвлекает. Ты пробормотываешь что-то? Я не понимаю, это мне или не мне. Если не мне, то я глухая. Нет, вам я ничего не говорю. Я говорю, что... Даже не обращайся на меня никак. Он за мной заскучился. Дело в том, что... Давай проиграем. Давайте, конечно. Проиграем. Там, где Галина Ивановна, у нас сцена. Здесь я стою. Но у нас будет больше пространства. Ты можешь пойти на ту сторону рояля. Потом где-то обнимаем. Мы можем обняться, петь, стоять. Чтобы мы не делали этих движений, как в спектакле. Это не надо. Не, ну понятно, но во-первых, эти то есть вот этого не надо. Та-та-ра-та-та. Это не надо делать. Это будет как задроченный номер. Должен быть красивый и классный номер. Игровой, просто эмоциями играть. Лицом. Лицом, движениями. Это все равно вы появляетесь по одному. Ну да. Если. Ну тогда я выхожу, давайте. Вы на сцене, я пришел. Признаться или нет, и если я не признаюсь, что мне грозит, четыре оплюхи
А если я признаюсь, цена в два раза меньше, две оплюхи. Смолчать или признаться, и тут ты смотришь. Ты смотри на меня, руки не сплю. Ты возродился, мой супруг, как быстро время пролетело. Да, но купил я все, что ты велела. Если бы знать, врать или ждать, или со страху, сразу на плаху. Огневучи, улыбнись, я зачем? Ты мною был отпущен на час. Я опоздал, верный скандал. Нет, мой дружок, пришел ты в срок. Ох, довольная тобой. Твоих похвал не стою. Да, и пуганный к тому ж. Как вроде выйдет плохо. Дрожу и жду подвоха. Ты чудная семья. Подходит час битья. Скорей мои объятия. Могу ли подождать я? Веду ты не теряй. Как будь что будет, обнимай. Знай моя умри, но знай же, не объятия. Это рай. Знай моя умри, но знай же, не объятия. Это рай. Жени, объятия. Это рай. Жени, объятия. Это рай. Жени, объятия. Это рай. Сейчас ты вспомнила. Пора нам приготовить обеды постояльцам. Купил. Купил вертелан для баранины. Купил. А цена? А цена? Сколько отдал? Цена сантим за каждый. Всего сантим. Наступай. Поражена. Один сантим. Что за цена? Твоих похвал не стою. Какой ты скромный муж. Да, и пуганный к тому ж. Как ладим мы неплохо. Дрожу и жду подвоха. Ты чудная семья. Подходит час битья. Скорей мои объятия. Могу ли подождать я? Нет, веду ты не теряй. Ай, будь что будет, обнимай. Знай, моя верь. Умри, но знай же не объятия. Это рай. Еще разок один обняться, поцеловаться и признаваться, что с тобой нежный друг, и вспомнил ты в глазах испуг. Все, дрожь, столбняк, в желудке холод, на сердце мрак, в комнату вошел я. Ну, дальше что? И поскользнулся, упал неверный, сделав шаг. Какой пустяк! Удел мой страшен, одна из наших любимых чашек. Тарарах, пух и прах, и в прах, и в пух одна из двух. Ты в шоке. Фарфоровый восьмого. Какого я забыл? Прошу, без рук! А, козел такой, уходи, ты кара небес! Ты кара небес, наказание ждет! Она стирал за день гулье! На вечные боги ты его не дам! Пошла, осел, бревно, мужа! Ах, если б мужья мне достался на спор! Счастливая пара!
я за три года не помню и дня. Когда не ждала бы могила меня, когда бы меня пожалела жена, когда бы считала меня за жена. Зачем я до свадьбы не умер во сне? Зачем не болезнь стоял на сосне? Зачем не утопил в пучине морской? Лежал ты на дне, но зато холостой. На дне! Господи, блин! На дне! На дне! Лежал ты на дне, но зато холостой. Жалкий раздел, господи, не мог. Зачем, а зачем я играл? Все чашки вздор! Не можно на слово делить! На меня! Наступай, наступай! Да. Слушай, мы там вместе должны снять! Давай! Где это? Зачем я, зачем я дался живьем? Вот так, нужно! Все чашки вздор! Не можно на слово делить! Парфон. Наступай! Смотри, мужа раскаяния мучит, не прав я был, стань, и судьбою научен. То, что он заслужил, то и получит. Зачем я до свадьбы не умер во сне? Зачем не повесил царя на сосне? Зачем не утопил в пучине морской? Лежал бы на дне, но зато холостой. Подолгу молю я три года подряд. Но хоть на неделю привет это там. Но не было, не было, не было дня, когда не ждала бы могила меня. Я помню распор. Вот он тебе пара. Змея и пират. Грабители. Да не можешь быть чуть-чуть это самое держать, а то тебя так заносит, а я за тобой, ну что же нравится. Чуть-чуть держи, да, чтобы ага. Все. Я помню Гаспара, да, и меня можно да. Поймать. А да. Дайте Мадонну молю я тогда. Да. Ну тогда зачем я до свадьбы? Зачем? Зачем я до свадьбы не умер во сне? Зачем не повесился я на сосне? Зачем не утопил в пучине морской? Лежал бы на дне, но зато холостой. Мадонну мою мне три года попел. Но вот на неделю привет это там. Но не было, не было, не было дня, когда не ждала бы могила меня. Вот он тебе пара. Змея и пират. Грабители кобра. На дне твой карстан. Он понял, мошенник, что брак это гроб, но всех обошел, негодяй и утоп. Мадонну молю я три года подряд, но хоть на неделю привет это там. Но не было, не было, не было дня, когда не ждала ты могила меня. Но не было дня, но не было дня, но не было дня, когда не ждала ты могила. Сердечек, не уходи. Как у него, он сипает? Нет. Да нет. Нет, вот здесь. Сдала бы я моги. Вот это потому что ты пытался. Когда не сдала бы. После что? Нет, это такое, да там внизу. Когда не ждала бы. Когда не ждала бы могила меня. Туда, да? Да. Меня вообще здесь написано меня. Меня. Давайте, ну не было, не было, не было дня, когда не ждала бы могила меня, так, меня. Подожди, но не было дня, но не было дня, но не было дня, когда не ждала бы могила меня. Вот так, да? Ну, ты поешь... Да, оно в тонику. Ну, привык, не надо, не мамочься. А что не то, да, оно что-то или меня, что-то? Меня! Меня! А я что поеду? Меня, меня! Меня! А я еще ниже. Ты поешь, ты меня, это меня! А мне кажется, меня лучше, утверждающий. Когда не ждала бы могила меня, меня, а мне меня. Ну ничего. На домику привык уже не будет. А ну нет, Алина. Тогда со мной будет не октава с тобой. Не маручься, со мной. Подождите, нет, я хочу, чтобы получилось так, как надо. Ну давайте еще раз. Давайте только я сам. Послушай, Матичка, когда не ждала бы могила меня. Меня. Когда не ждала бы могила меня. Но если не забуду. Ну да.
Позвони, скажи, что мы будем.